Ну что, тебя как звать-то? Кирилл. Кирилл, ну потом с папой придете, я покажу. Вот надо было через недельку, вот когда вот калина зацветет, это вот. А, ну, вот по... это вот шарики, вот такие вот. О, красота. Ну время будет, подъеду. Вот это калина, что ли? Это калина, это бульданеш. А это... плоды какие у них? А, них плодов нету, она только цветет. Да? Белыми. А, вот, цветет, вот это распустится, вот такие вот шары, вот такие белые. Вот будут здоровые. Вот а, такие. Так это декоративное? Декоративное, да. А. Смотри-ка, тоже. Куда пошел? Домой, сейчас он там в окне будет. А. Вон он. А, в окошко плохо. Ну, земляника-то вкуснее, Кирилл. Ну и земляника тоже. Но Виктория, она крупнее. Ну да, тут у бабушки вообще крупная. Так, а тут чесночок, чем они еще может быть перегнали? Ну. А вы ходили наверх, там деда мне построил комнату, были? А тогда давно как-то я был, давно. Ну там еще был чердак. Не, я наверху не был, в комнатах был. Ну вот там сейчас деда еще на втором этаже сделал комнату, еще одну. Да. От... моя. Там камин. Да ты что? Да. Свет есть все, да? Ну вот. Света нет, лампа. Ну, ну будет. Маленько помогал, наверное? А у меня еще не было. Да ты что? А... когда я родился, дом уже был готов. А ты в каком классе учишься? Я в третий пойду. А, молодец. Деда-то любишь, что? Угу. Порубить-то дает тебе? А? Порубить-то дает? А? Слушай, ты это... ну, вечером приеду, посмотрю. Ты добежишь это? Ну, я понял. Я с дедом-то в Абакан сегодня ездил. Угу. Может быть, на дачу. Ничего. Тоже хочу молчать. Не пойму. Конечно, хорошая комната у тебя. А мы тут все всегда ночуем, потому что в той нижней холодно. Здесь лучше. Я сейчас иду оттуда вон. Что такое? А, чем-то вон там чего цветет. А это простая калина. Красная, обыкновенная калина. Это из Ермаковского района привезли. Ой. А там рябина. А тут вот видите, лиственницу выбурили. А вот белая, это самая, как ее, сирень. Белая сирень. Вот это, да, это здорово. Белая сирень. Хорошо. Нынче корчевали тут сколько. Это где-то потеряла я по дороге. Хорошо. Значит, вы вверх отремонтировали, все. Ну, там наверху вообще здорово. Да, вверх практически все закончено, но зато внизу тут еще непочатый край. Езжай за Тамарой. Сейчас она там досадит все. А, ну ладно, пусть пока поработаем. Пусть поработаем. Мы... это бичи какие-то. Это какие-то бичи собирают. Хорошо. Да, она вот на отдельные шапочки вот такие. И цветы вот такие крупные, как крайние, вот, вот те белые, баба, у той калины. Вот такие. Но вот так, прямо белые. Она переводится с французского «снежок». И вот они действительно как... Нет, каждый день их снимают. Да? На видеокамеру, что ли? Ну, большие. С голову-то подними, лицо-то покажи. Смотрел хоть сам-то себя? По телевизору-то? Да, в садике. А. Когда в садике было, в школе. Вон оттуда отойди, дым тоже не идет. Надо было дым, и вот на фоне горы, во, было красиво. А сейчас вот сюда вот так. А вот все зацветет, когда заедем. Тут сколько всяких разных цветов. У них какие на помидорах хорошие. Там еще на огороде есть тоже. Ну, значит, сам уговорим. Да я не знаю, что это. Если заехать, то там ненадолго. А сейчас я спрошу бабу. Ему-то интересно, конечно. Не, бабушка не поедет. Уговаривай. Езжайте, мужчина.
Женщин-то мужчины уговаривают. А что же бабка старая поедет уговаривать? Ой, ты старая мужик, прямо вообще. Ты мужик, езжай уговаривай. А? Там все приехали. Так а там только тетя Тамара. Ну, вот за ней съездить, чтобы она поехала. Ну, конечно. Съездите. Да, он сам. Что, бабушка тебе задание дала? Тебе, да? Ехать. Все, опускай. Опускай. Вот давай так? Меня фотографируй, я вперед поднимаюсь. Вон поднимается. Ну давай, давай, давай. Поднимайся. Ой, деда. Ложись, ложись. Это вообще чудо, не баня у них. Детка, взят. Нет, не зря. Нет, чудо. Ну хорошо. До сих пор вот не могу вот тут все аж это. Аж, знаешь, вот, когда вот первый раз еще взяла, до холодной водой облилась. Ой, там мне болит. Там, представляешь, что самое интересное? Душ. Там... Ага, нет, я не через душ. Я... Ты сядешь и хорошо. Ну, рассказывай, напарилась, говоришь? Ой, пап. У меня такого в жизни еще не было вообще. Помню, мылась у бабы Гаши в бане, у тети Лиды с этой, с Надей, с Надюхой мылась. А. Так это цветочки. Это даже не цветочки, это даже росточки. Да. По сравнению с тутошним. Иду, иду, иду. Потому что это, и знаешь, ведро вылило воды холодной на себя, и никакого эффекта. Потому что вообще ужас. Ну вот теперь знаешь, где баня хорошая. О. Где там можно ездить? Каждый раз приезжай и говори, это вообще что-то, конечно. Да, Кирилл. А можно? Вообще тяжело без привычки, что там говорить? Нет. Он нам напарил эту водичку с этим. С веником. С веником, да. Ой, какая водичка. Бабушка, ну-ка приляг. И я даже голову помыла. Ой, что у меня аж сил нету. Нет, там жарко. Иногда деда один раз... Тебя кричат. Да иду, иду. Кончай. А что, кого тебе? Не закрывай. Иду. Вечер. Ух ты, сирень-то как отсюда. Ну вот, то говоришь, сниматься не любишь. Правда? Да я говорю, Лука. Она спустилась уже. Владя, Владя, знаешь что, отсюда вот и небо, в гору и на небо. Прав. Слышь, смотри там какое небо. Даже вот ага. Так интересно. А? Вот представьте, такими камнями обложить бы. Здесь надо, ой, конечно, не на каблуках, а в таких. А мы разве на каблуках? Ну как, у нас каблучки. Ну, что это за каблучки? Ну, а на шпильке-то вообще разговора нет. А при чем ты шпилька-то заговорила? Кто на шпильке-то? Ну, про каблуки. Вот меня сильно не снимай, я не люблю его. Ты чё? А меня снимай, я хорошая. Красная как это. Ну. Мамка-то как рак красная. Ты вот повернулась спиной. Это уже розовенькая. Да? Ага. Идем дальше. Или повернитесь ко мне. Варя, вот Таня приготовила. О. Ты вот здесь вот снял вот так? Что ты тут ходи, а внизу вот никаких вот вообще ничего не снимай. Ходи, вот ходи. Вот тряпочка. Ну как, парня-то, понравилось? Ой, так у них еще какое-то вот дерево я не рассмотрела. Это лиственница. Это лиственница? Да, это красавица лиственница такая у нас.
красавица какая, правда, что? И рябиночка наша красивая. Таня, вы тоже не ходили туда? Ваню. Ей давай. Мне за все силы достало. Мне бы тоже посильнее, но просто мне уже дышать надо. Ваня, рябиночку из банки на полке принеси. Есть, да? Я специально там ему же сказал, что, говорю, пиво. Он нам соль не полил. А там запах. А он говорит, нет. Ну, да ты что, пиво? Нет. Это такая вкуснятина. Мы с ним однажды в субботу напарились. А там, видимо, было уже пиво, потому что... Да, оно же там не венечек, во-первых. Это Толя нам с Ольгой. Я чуть-чуть. Вроде когда водичка туда, это... Вилька, как это называешь? Плеснул и запахло сразу пиво. Зальешь? Говорит, сниматься ему не нравится. Пленку портишь, они же... Да придешь. Ну прямо сейчас, конечно, я еще тут присяду. Придешь потом, посмотришь, скажешь. Портишь. Похожи мы? Похожи. Правда? Одинаковые, да. Одинаковые. Ну что, родственникам и одинаковыми быть, да? Одинаковые. Родня все сколько там этих ягод. Одинаково. Вон тех с ними, вон тех еще. Бабу Таню. Немножко где-то Владик рвался. Не надо бабу Таню. Всех. А ну что, Тарюха, суп уже остыл. Сейчас тарелки нальем, он... А я уже все сиденья... Ну, что долго? А Толя говорит, это не такой. Такой, говорит? Этот, как? Это рододендрон. Это рододендрон? Да, дальневосточный. Это вот настоящий, но его зовут бабульником. А настоящий бабульник. А вот это микрофон, да, под самим? Это который вот нос уткнешь. А вот микрофон? А у них золотой корень, видела? Ага. Вот надо рододендрона нам. Потом вот эту Калину. Скажи, Калина, как Кирюш? Бульденеш. Бульденеш. А нету, говорит, все соседи просят, и не А я вот вам сказала, знает. Как можно. Все. Я все. Еще прочитаю. Вот сюда, вот. Да ну, пусть тут сидит. Да ну, что он там будет среди вас? А что? Мы все не твои вещи. Надо. Пусть сидит. Да что он будет так сидеть? Мы их отдельно. Не пьющие, да? Не пьющие, да. О, точно, все сели тут. Ну что, команда тебе порадует? Баба, а где все ложки? Вот, вилки, что там? Вот это дело прямо, да? Позакрыли. А соль? Это вот соль. Пыре, сейчас да? Будет. Пыре. Или пыре? Нет, нет, нет. Здесь пыре. Пыре. Так, ну и все, пока. Все. Пока все, да? Это кажется, садись. Что много. Уже села. Конечно, а где ты? Вот сюда садись. А соль? Мало. А вот табуретка стоит. Но у меня 15 есть? Минут оставалось. Есть, я. Ну ладно. А что, девчата, будет это? Руку. На коньяке. Это что, такая бутылка пластмассовая? Да. Что, правда пластмассовая? Пластмассовая, я же тебе сказала, говорю. А ну, я что-то не обратил внимания. Ну, смотри. Первый раз. Ничего себе. Это чья? Наш, что ли? Да, медицинская, наверное. Вот, вода идет. Это итальянская линия там. Ага. Давай. О, там ты чуть-чуть и все. А все, кончилось прям.